Приветствую вас, дорогие зрители. После просмотра видео обязательно оцените качество новостей лайком. А мы начинаем. О том, что 50-летний Сергей Дьячков скончался, написала в социальных сетях его сестра Елена. Позже информацию опубликовали друзья и коллеги актера по театру. С огромным прискорбием сообщаем, что вчера ушел из жизни Сергей Дьячков. По предварительным данным, сердце Дьячкова не выдержало осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Отметим, что Сергей Дьячков в 1998 году окончил СПБ ГАТИ, мастерская АС Шведерского. В конце 90-х он пришел в мир дубляжа и стал озвучивать многих известных голливудских актеров, а также работал над мультфильмами. Наиболее известна его работа над фильмом «Король лев», в котором его голосом говорит Тимон. Кроме того, Дьячков озвучивал Джонни Деппа в третьей части «Пиратов Карибского моря», Джеки Чана в фильмах «Медальон», «Вокруг света за 80 дней» и Майкла Рукера, Йонду из «Стражей галактики». При этом Дьячков успевал и сниматься. В его фильмографии есть такие многосерийные картины, как «Бандитский Петербург», «Тайны следствия», «Убойная сила». Венцом карьеры артиста многие называют главную роль в фильме «Морской узел», который вышел на экраны в 2002 году. Петербургскому зрителю Дьячков также знаком по ролям в МТД Театре Европы. В последние годы актер служил в легендарной русской антрепризе имени Андрея Миронова, которая находится на Петроградской стороне. О месте и дате прощания с актером сообщат дополнительно. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Спасибо за просмотр.